Лечение зубов, имплантации, исправление прикуса – это только малая часть спектра услуг, которые оказывают в семейной клинике «Династия» при строгом соблюдении санитарных норм. Как терапевтических, лечебных, хирургических, которые подразумевают собой не только удаление зубов, но и восстановление целостности зубного ряда с помощью имплантации. Мы делаем большие костные пластики. В клинику «Династия» нередко приезжают всей семьей. Алексей Просин приехал сегодня вместе с двумя детьми и женой. Каждому назначили необходимую процедуру. На этой клинике мы пользуемся года 2-3. Приехали, нам понравилось. Сейчас, сами понимаете, жизнь идет, совершенствуются технологии, и мы вот по самым совершенным технологиям лечим зубки деткам, ну и сами, конечно. Мы приехали с двумя детьми, как бы, и мама у нас тоже пошла отбелить себе зубки, нарастить, по-моему, так. Я сегодня лечил зуб, мне было не больно, и мне дали вот такой шарик. Приятный сюрприз, который ждет пациентов, это различные акции, которые регулярно проходят в семейной клинике «Династия». На данный момент мы делаем акцию на отбеливание зубов, опять же, к празднику Дню Святого Валентина, кто в этом участвует. И, соответственно, паре, пришедшей на отбеливание зубов, мы делаем акцию. Отбеливание – это одна из востребованных процедур. Впрочем, пользуется спросом и такая услуга, как имплантация зубов. Ее могут провести даже при полном отсутствии зубов. Исправить прикус здесь могут предложить при помощи брекетов или элайнеров. Так врачи-стоматологи клиники «Династия» помогут обрести здоровую улыбку. Ну и сегодня день стоматолога, поэтому мы хотим поздравить наших уважаемых коллег с их профессиональным праздником и пожелать, конечно же, еще больше интересных клинических случаев, достижения ожидаемых результатов лечения и, конечно, счастливых и благодарных пациентов. Семейная стоматология «Династия» находится по адресу улица Кольная, дом 34. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».